Дорогие друзья, на прошлой лекции мы рассматривали структуру вагоноремонтных предприятий. Я говорю, что структура вагоноремонтных предприятий во многом зависит от специализации вагонного предприятия. Вы слышали? Да. А как проверить, они зашли или нет? Ну, смотрите, вам сейчас 5 человек зашли. Ага. Кажется, то, что... Скажите, что... Здравствуйте, дорогие товарищи. Два человека в зале ожидания. Как начинать? По-моему, интернет плохой. Мне кажется, что интернет плохой человек. Я думаю, можно начать. Добрый день, дорогие слушатели. Тема сегодняшней лекции – это специализация и кооперирование на вагоноремонтных предприятиях. Как я уже говорил, что структура вагоноремонтного предприятия все зависит от специализации. Так что такое специализация и какие бывают варианты специализации? Специализация предметная – это когда данное предприятие выпускает определенный тип изделия. Например, депо или завод по ремонту пассажирских вагонов.
или же, например, депо по ремонту рефрижераторного подвижного состава. Это и есть специализация предметная. Парк грузовых вагонов отличается широкой номенклатурой различных типов вагонов. Поэтому специализировать вагоноремонтное предприятие грузового парка и для каждого парка создавать специальные вагоноремонтные предприятия очень сложно. Поэтому в парке грузовых вагонов обычно используют при специализации используют метод технологичности. То есть, когда некоторые типы вагонов по технологии имеют одинаковый объем работы. Например, крытые вагоны, хоппер-дозаторы, они конструктивно схожи, и элементы также похожи. Поэтому при ремонте используют технологический процесс, конечно, не один в один, но очень похожие технологические процессы. Поэтому такие вагоны можно объединять по технологическому признаку. Взять другой вагон, например, цистерны. Они отличаются существенно от других грузовых вагонов. Одинаковым остается только ходовая часть и автотормозное, автосыпное оборудование. В основном отличие – это кузово. Технологический процесс ремонта котла цистерны существенно отличается от технологического процесса ремонта, допустим, полувагона. Поэтому для наливных цистерн строятся специальные вагоноремонтные заводы и вагоноремонтные депо, которые предназначены только для ремонта этого вида вагона, грузового вагона. По технологическому признаку также можно объединить крытые вагоны и вагоны-хоппер-дозаторы. У них имеется крытый кузов, подобный, но с некоторыми отличиями. Но позволяет использовать с некоторой переработки одну технологию. Кроме того, на ремонтных позициях можно использовать те же оборудования, специализированное оборудование с небольшой переналадкой. Вот такие типы вагонов объединяются по технологическому признаку. Далее вагоны, полувагоны, платформы, транспортеры, они тоже по технологическому признаку схожи. И, следовательно, и схожи также и технологические процессы ремонта этих видов вагонов. Поэтому они объединяются именно в такие... Эти вагоны ремонтируются в специализированных вагоноремонтных депо. Кроме того, вот, пример возьмемте рефрижераторные вагоны. Рефрижераторные вагоны также отличаются друг от друга. Например, вагоны АРВ, автономные рефрижераторные вагоны, пятивагонные секции, а также рефрижераторные поезда. Назначение у них одинаковое, то есть перевозка скоропортящихся грузов. Но конструктивно эти вагоны отличаются. Поэтому ими существует специализированное вагоноремонтное предприятие для вагонов АРВ, для пятивагонных секций, рефрижераторных секций БМЗ и вагонов ДСАУ, и также для рефрижераторных поездов. Потому что конструктивно кузов может быть и схож, ремонт кузова, но, однако, там имеется дополнительное устройство, как система
охлаждения, то есть холодильной установки, система электроэнергоснабжения, тоже индивидуальная, имеет различия. В рефрижераторных поездах, кроме того, дополнительно имеется машинное отделение, где охлаждается рассол, который циркулирует по грузовым вагонам. Поэтому эти виды рефрижераторных вагонов ремонтируются в отдельных вагоноремонтных депо и заводах. Пассажирские вагоны. Пассажирские вагоны по существу, по конструкции кузова одинаковые, но отличаются по внутреннему оборудованию. Кроме того, пассажирские вагоны имеют много дополнительных узлов. Это система отопления, это система водоснабжения, это система вентиляции, система энергоснабжения, система кондиционирования воздуха. Поэтому такие вагоны ремонтируются только на вагоноремонтных предприятиях по ремонту пассажирских вагонов. Таким образом, это предметное разделение, предметная специализация вагоноремонтных предприятий. Ну и в самом производстве, в вагоноремонтном производстве, внутри предприятия также идет специализация. Это узловая специализация. Как я говорил, что основными цехами являются это вагоносборочный цех, цех по ремонту тележек, цех по ремонту автосцепного оборудования, цех по ремонту автотормозного оборудования, цех по ремонту электрооборудования, цех по ремонту холодильного оборудования, цех по ремонту внутреннего оборудования. То есть имеются различные цеха. То есть в этих цехах ремонтируются определенные узлы. Но производство этих цехов связано с производством всего депо или завода. То есть конечным результатом работы этих цехов является выпуск отремонтированного вагона. Поэтому что дает нам специализация? Специализация дает непрерывность производственного процесса. То есть на рабочие места специализированных предприятий можно оснастить специализированным оборудованием, которое отличается высокой производительностью. И рабочий, который работает на этих специализированных местах, имеет высокую квалификацию. Они выполняют одну и ту же работу. То есть, таким образом, производительность труда на специализированных участках существенно возрастает. Кроме того, кроме узловой специализации, внутри производства также широко используется подетальная специализация. Что же это такое? Например, ремонт тележек. Тележка состоит из рамы тележки, из надрессорной балки, колесных пар, рессорного подвешивания и тормозного подвешивания тележки. Поэтому при ремонте тележки колесные пары выкатываются, идут в колесный цех. То есть ремонтируется совершенно в другом цехе, где производится демонтаж буксового узла и ремонт обточка там или наплавка поверхности катания колеса, то есть все ремонтные работы. При ремонте тележек. Тележка состоит из боковых рам и надрессорной балки. Поэтому здесь идет специализация уже подетальная.
То есть есть линия ремонта боковых рам. Линия ремонта надрессорных балок. Каждый из этих линий оборудуется специальным оборудованием, кантователями для установки этих деталей. Любое удобное положение для ремонта. Таким образом, подетальная специализация позволяет использовать специализированные высокопроизводительные оборудования. Кроме подетальной специализации, внутри цеха также широко используется технологическая специализация. Что под этим понимается? Допустим, что ремонтируется надрессорная балка. Если необходимо производительные плавочные работы, надрессорная балка поступает на участок на плавки. То есть наплавляется подпятник, наплавляются наклонные поверхности фрикционные для фрикционного клина. То есть эти поверхности изнашиваются. Поэтому для восстановления этих неисправностей необходимо произвести наплавку. После наплавки необходима механическая обработка. То есть другая технология уже идет. Поэтому эти детали поступают на линии механической обработки, где имеются специальные строгальные станки и фрезерные станки, где обрабатываются наплавленные поверхности и доводятся до ремонтных размеров. Это технологическая специализация. Таким образом, мы видим, для того, чтобы обеспечить высокую производительность, непрерывность, стабильность ритма и выпускаемой продукции, то есть в конечном итоге получение высокой прибыли, это специализация вагоноремонтного предприятия, специализация цехов и участков для того, чтобы добиться максимальной прибыли. Кроме специализации на вагоноремонтных предприятиях широко используется кооперирование. Что же такое кооперирование? Кооперирование, когда два независимых в хозяйственном отношении предприятия заключают долгосрочный договор на изготовление и поставку материалов, некоторых деталей и узлов для вагона. Например, для вагоноремонтного предприятия, например, для завода, для вагонного депо, изготовление таких запасных частей, как боковые рамы, как колесные пары, нецелесообразно. Почему? Потому что для того, чтобы изготовить литые детали, необходимо иметь плавильную печь. Надо осваивать литейное производство. А зачем это делать вагоноремонтному заводу или депо? Не лучше ли заключить договор с литейным производством на изготовление определенной номенклатуры деталей? Например, боковых рам, надрессорных балок, корпусов бокс. Эти специализированные литейные предприятия имеют достаточно хорошее специализированное оборудование, и, следовательно, у них имеется большой опыт литья, поэтому по необходимости вагоноремонтного производства могут обеспечить это производство
необходимым количеством тех или иных деталей. Есть, например, ремонт колесной пары. Есть заводы, где имеется колесный цех по ремонту колесных пар с переформированием. То есть это для этого необходимо очень дорогостоящее оборудование. Во-первых, пресс для расформировки колесных дисков, пресс для запрессовки колесных дисков, необходимы осетокарные станки, необходимо фрезерный станок для обточки ступицы колеса. Поэтому эти оборудования очень дорогие. И для вагоноремонтного депо, допустим, нет необходимости иметь такие дорогостоящие оборудования, которые практически будут использоваться очень редко. Поэтому они, вагоноремонтное депо, заключают договора, например, с колесным заводом, с колесоремонтным заводом или мастерскими. Именно эти специализированные независимые предприятия оборудованы тем необходимым оборудованием, которое нужно для изготовления нового колеса. Но эти предприятия, то есть эта связь называется кооперирование. Они изготавливают, ремонтируют колесные пары с переформированием и присылают обратно вагонно-ремонтное депо. Кроме того, эти колесные заводы также кооперируются с литейным производством, то есть на поставку осей колесных пар и на поставку дисков. То есть эти детали получаются в результате проката стали. Таким образом, заключается уже с другим ведомством. Это тоже прямое кооперирование производства. Любая специализация приводит к укрупнению производства. Почему? Раз вагоноремонтное предприятие специализируется на определенный тип вагонов, следовательно, производительность труда на этих специализированных предприятиях очень значительно высокая. Почему? Потому что используется специализированное оборудование, используется поточный метод ремонта, следовательно, обеспечивается непрерывность, ритмичность всех производственных участков и производства в целом, что существенно позволяет повысить производительность труда. Сколько осталось? Таким образом, повышение производительности труда и увеличение программы ремонта дает возможность создавать более крупные, то есть мощные вагоноремонтные предприятия. Специализация, конечно, имеет ряд преимуществ. Преимущество в том, что любая специализация – это выпуск однородной продукции. Значит, эту продукцию
можно выпускать с высоким качеством. Но чрезмерная специализация также нежелательна, потому что при чрезмерной специализации у нас некоторые затруднения возникают в вопросах организации этого производства. То есть у нас каждое вагоноремонтное предприятие ограничено определенной территориальностью, что невозможно расширяться. Поэтому специализация должна быть очень продумана, чтобы она была рентабельна, экономична и позволяла получить высокие прибыли. Кооперирование, оно тоже бывает внутриведомственное и вневедомственное. Кооперирование, как и специализация, они очень необходимы для вагоноремонтного производства. То есть они позволяют нам с минимальными затратами произвести ремонт вагона, получить высокие прибыли, что необходимо для воспроизводства данного предприятия. Остановимся. Да. Сколько?